Всем привет, сегодня я буду показывать мои сумочки. Извините за посторонние звуки, если вы услышите, потому что я дома не одна. То есть сумки называются и мои друзья. Господи, это... Господи. Кстати, я забыла вам сказать, это старые сумки мои. Не ешь. Что не ешь? Что это вообще? Я что-то ничего не поняла. Дальше. А, это типа продолжение. Упор роза. Ну, это хотя бы более-менее. Господи, что с ее копытом? Куда? Это что такое? Это кто вообще? А, это кто? Что это? Лампа, что ли? Это вообще кто-то без кичмарки, единорог. И что это? Что это? Ха-ха. Господи. Я бы ни за что такой рот не сделала. Ой. Это уже нас ФНАФ идет. Вы, наверное, знаете, кто такой этот чел? Как его там? Где у нее туфель? А у нее где туфель? Так, это, по-моему, чел как фиолет. Вот. Не буду это комментировать. Ну, опять не дорисовано. Да, конечно. Это только глаза. Только вот глаза. А это кто? Если... Ой, ой. Если б меня не было, как бы мы познакомились. О, как трогательно. Так, это я сегодня нарисовал Агона. Агона. А, это моя подруга там. Вот это вот я в середине, а это еще одна подруга. Моя нога. Нога Агоны. Агона, вот она. Вот он. Вот. Ну, вы поняли. Это вот это вот. Вот это вот. Какая. Дальше. Дальше у нас идет. Пять, ба-ба-ба, ба-ба-ба, фу. Би-би-би. Что это? Господи. Что такое? У них один глаз? Это кто такие? Это, помню ее. Скетчмарка такой, помню, да. Вот. Вы, наверное, не смотрели этот мультик, а может быть, некоторые смотрели, даже не знаю. Кто это? Там некоторый мой листочек порвался, сейчас я его принесу. Вот он, мой листочек, который порвался. Это вот она же. Господи. Я не могу. Это что такое? Нет, это я зачеркнула. Господи, как красиво я больше. Ладно, всем пока.